Здорово, друзья, меня зовут Мазл, добро пожаловать обратно в Kindergarten. Финальная миссия, мы готовы. Нам нужны специальные предметы от Монти, Наггета и Бакса для миссии Лили, и нужно купить сигареты. Это ключик от кабинета директора. Берем. Это мобила училки, которую Бакс забрал с ее трупа. Берем, пригодится. Это загадочная записка, которую Билли дал Наггету перед своим исчезновением. Лили, скорее всего, заинтересуется тем, что в ней написано. Берем. Если я сейчас не уйду, то опоздаю в школу. Погнали. А деньги? О божечки. Мало денег. Сначала соберем. Пара-па-пам-па-пам. Можно кашки, пожалуйста? Вот, спасибо. Добрая ты мать. Уважаю тебя. У меня кашка есть. Обосраться можно, боже мой. Все живы и все хорошо. 5 баксов. Понедельник снова. Давайте возьмем 3 бакса. Я думаю, самое то. Ну а если нет, то переиграем. Мобила есть? Ключик. Есть. Записка Билли. Вот теперь мы готовы. Покупаем сигареты. От души, Монти. У меня есть записка от твоего братишки. Что это? Это похоже на почерк Билли. Где ты это взял? Что тебе известно? Наггет дал мне это. Я знала, что Наггет что-то скрывает от меня. Ты знаешь, что в ней написано? Я не могу читать так же хорошо, как мой брат. Я не знаю, что в ней. Ну, найди кого-то, кто сможет прочесть. Поспеши. Хорошо, хорошо. Спокойно. Монти умеет читать. Чем могу помочь? Я хочу, чтобы ты прочитал мне это. Конечно. Я это прочту для тебя. Это будет стоить бакс. Ладушки. Давай, приступай. Хорошо, давай посмотрим. Божечки, у него ужасный почерк. Тут говорится что-то о люке в офисе директора, который можно открыть каким-то кодом, написанным ниже. И какой же код? В этом месте особенно ужасный почерк. Мне нужно время для расшифровки. Я попытаюсь разобраться к ланчу. Ладушки. Ну, что он сказал? Что-то об открывающемся секретном люке в кабинете директора. Секретный люк. Наверняка там держат Билли. Мы должны попасть туда. Мы должны его спасти. Вот только... Что? Мне нужен способ пробраться туда, так, чтобы директор этого не знал. У меня есть план, но он требует телефона и ключа в кабинет директора. У меня мобила есть. Не может быть. Это великолепно. Теперь только нужен ключ. У меня и ключик уже есть. Вау, у тебя есть все, что нужно. Это просто роскошно. Теперь я могу тебе рассказать план. Ну давай, рассказывай. Мне нужно, чтобы тебя отправили в кабинет. Одного. Как попадешь туда, найди люк. А почему ты не пойдешь? Директор знает, я наблюдаю за ним. Он не позволит мне найти люк. И как мне попасть туда одному? Но мы-то уже знаем это, конечно. Наггет как-то в этом замешан. Я думаю, он доставит тебя туда. Удачки. Ну, спасибо. О, и еще кое-что. Если он даст тебе странное устройство, не говори со мной, пока не избавишься от него. Хорошо. Новая подсказка. Наггет пошлет вас в кабинет. Если вы не перестанете говорить про Билли. Это мы уже проходили. А что произошло с Билли? Братишка, он пропал. Ты знаешь, где он? Наггет не знает. Наггет знает того, кто знает. А кто знает? Твои вопросики расстраивают бедного Наггета. Мне нужна таблеточка. Ном-ном. Намного лучше. О чем мы говорили? О Билли. О ком? Я не знаю, о чем ты говоришь. Мы только что говорили о нем. Нет, не говорили. Сейчас на тебя я стукану. Но я должен знать. Нет, не должен. Отправляйся к начальнику. Как скажешь. Директор желает тебя видеть в своем кабинете. Ну хорошо, давайте. Я только за. Говорят, тебе грустно по поводу Билли? Я полагаю, что да. И это все, да? Билли пропал, и тебе грустно. Ты не пытаешься найти его или еще что-то. Тебе просто грустно, что он пропал. Ну да, это так. Фух, хорошо. Это делает все намного проще. В общем, вот тебе таблетки. Скушай одну, когда будешь по Билли скучать. Только никому не говори, что они от меня. А теперь проваливай. Хорошо. Боже, кровища. Ну давайте пробнем. Этот ковер, похоже, не на месте. Заглянуть под него. Эй, ты там! Ну-ка, ничего не разнюхивай здесь. Проваливай отсюда. Простите. Добро пожаловать обратно. Тебе там ничего не дали? Дали таблетки? Дашь мне одну? Угощайтесь. Хороший мальчик. Ом-ном-ном. Давай, иди отдыхай. Ну, ты видел люк? Ты знаешь, где Билли? Я видел люк. Превосходно. Двигаемся дальше. Нам нужно попасть в кабинет, пока директора там нет. И как мы сделаем это? Нам нужен способ выкурить его. И способ попасть нам туда. Я думаю, я могу выманить его, если я ему позвоню. Ну хорошо, давай. Монти сказал, у него будет код на ланче, правильно? Увидимся там. Ладушки, есть еще одна вещь. Если все плохо пойдет, нам нужна причина для всего этого. Нам нужно доказательство какое-нибудь. И где мы его достанем? Ну, если в школе бардак, кто все убирает? Я полагаю, что уборщик как-то в этом замешан. Попытайся узнать, делает ли он что-нибудь подозрительное. Принято.
Новая подсказка. Вы можете получить доказательство, убедив уборщика убраться в туалете. Как-то слишком просто. Что-то здесь не то. Можно выйти? О, нет. Нельзя просто уйти из класса без пропуска. Ладно, можно мне в туалет? Я не знаю. Можешь ли ты пойти в туалет? Пожалуйста, можно пойти в туалет? Конечно, ты же правильно попросил. Вот пропуск в туалет. Спасибочки. Возвращайся поскорее. Обязательно. Братишка, снова ты бычишь. Не так быстро, маленький чувачок. Показывай пропуск. Вот, пожалуйста. Хорошо, я пропущу тебя, но не дальше туалета. Это честно. Мистер уборщик. Как ваши делишки? А что у вас здесь? Эй, ну-ка не лази около этих мешков. Хорошо, простите. Боже, какое засранное все. Этот туалет ужасен. Я не могу им пользоваться. Гадость. Бэ. Мистер уборщик. Хе-хе, что такое, паренек? Там толкан нужно почистить. Да, я знаю. Кто, по-твоему, зассал его? Ну, вы его почистите? Нет, если не захочу. У меня почасовая оплата, а не потуалетная. Используй другой, говнюк. Ладно, кто-то пыжится. Там уже занято. Найти другой. Может, сюда? Дверь не поддается. Походу, занято. Найти другой. А другого нет? Слышь, уважаемый. Я сказал тебе использовать другой. Что в этом сложного? Все другие заняты. Ладно, я позабочусь об этом. Спасибо. Тупой сопляк заставляет меня убирать тупой туалет этой тупой шваброй, потому что это моя тупая работенка. Я думаю, оно здесь, где кровище. Это нереально кровавый гадкий мешок. Части в нем слишком большие, чтобы нести. За исключением отрезанного пальца. Мне взять его? Да. Пора валить. Вот, все чистенько. Только у тебя не будет возможности воспользоваться им. Звонок прозвенел. Пошел нахер отсюда. А, мужик. Ну и ладно. О, ты вернулся. Как раз время ланча. Детишки, пойдемте в столовку. Погнали. Ты расшифровал записку? Конечно, да. Я написал код на обратной стороне. Вот, держи. Веселись. Спасибо. Вот это братка наш. Уважаю. Пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся